Привет, ребята, привет всем. Это исследователь. Обзор телефона Sony типа Dual. Модель называется ST21i2, как-то то, что две сим-карты. Вот такой чехол 10-летний у меня остался от старых телефонов. И он подошел под этот телефон. Я не покупал телефон, конечно, он случайно у меня оказался. Вот так вот его можно положить, чтобы он не царапался. Но он, как видите, есть уже исцарапан пластиковый. Но я не вижу проблем в том, что экран пластиковый. Просто нужно пленочку налеплять. У меня был такой же Asus 372 планшет. Ну, в смысле, с пластиковым экраном. Идеальный экран. Палец шевелится нормально. То, что там олеофобный, не олеофобный. Здесь просто человек не налепил, и он весь засрался, конечно. Это я к тому, что какие новые технологии предлагают, но они нафиг не нужны. Стекло у людей все время бьется. Так, ну да ладно. Кнопки. Сверху включение. Я считаю, это удобно. Так. Выключился. А, вот светится. Это хорошо. Здесь. Так. Здесь не понял, фокус поймал или нет. Здесь находится светодиод, причем который горит разными цветами. Зеленым, красным, желтым и еще каким-то. Прикольно. Нормально. Пятерочку ставлю. В общем, все эти детали для любителей вообще техники. Если кому-то не интересно, то можно и не слушать. Можно iPhone X купить. Здесь, видите, вровень экран и плоский. Это удобно. Те, которые новые, закругленные, это херня, потому что там неудобно пленки клеить и стекла. Все, прямое стекло, это зашибись. 2,5D, это для придурков. Громкость. Ну, кнопки не особо удобные. Переключение сим-карты, отдельная кнопка. Ну, прикольно. Но, по сути, пока не использовал. Здесь микро USB. Он в порядке, хотя телефон уже старый. Блин, жалко, не могу близко. Что-то фокус берет вот только так. Да. Снимаю на другой телефон, не тот, какой обычно, а там меня близко приближал, странно. Хотя это типа получше, попрогрессивней. Это... Поймал. Это микрофон. Другая сторона. Пластик, который под резину, покрытый такой поверхностью, здесь он отдирается, но круто, я считаю, ничего не нужно, никакого ни металла, ни стекла, отлично, динамик хороший, громкий, штучка торчащая, ну, глупость, она обдирается, такая вот нелепая. Экран утоплен, стеклом закрыт, вспышки нету, это плохо, но не поцарапан, видите, это хорошее решение. Динамик хороший, ну, разговорный. Надпись Sony, ну, сильно меня не сердит. Так, 3,5, это хорошо. Хотя он немножко торчит, когда скругленные углы, торчит по-дурацки, некрасиво выглядит. Это они так постоянно делают. Что-то он тут падал, видно. Но это не у меня. Включаем. По
железо, он, конечно, очень простенький, но для него есть прошивки. Я его поправил, потому что стандартная была какая-то дурацкая. Перешил и стал получше. Поставил новый лаунчер вместо стандартного. Тут, правда, не совсем стандартный стоял. Рут получил. Радио работает только с гарнитурой. Это, конечно, неудобно. Вот суперсу. Как видите, суперпользователь есть, он легко получается. Sony в этом плане все отлично. Они не мешают нормально управлять телефоном. Так, я уже разбирал один обзор. Наверное, вы его не видели. Тогда еще раз я вскрою. Неудобно, конечно, вскрывать. Гнется крышка, но она не треснувшая. Вот, хороший пластик, толстый. Две сим-карты. Это неплохо. Антенна здесь и здесь. И здесь снизу. Как я понял, снизу это как раз сотовая сеть, которую все время рукой закрывают. Ну это ужасно, конечно. Модель, вот наконец-то, ST21i1. Карта памяти застревает здесь, не дает вынуть, защелочка дурацкая. Но пока я ее не хочу ставить, карту памяти больше. Что тут RST? Сделано в Китае. Выкидывать в помойку. Место по вспышку, которой нет. Блин, все время они экономят на этой копеечке. Все, причем производители и Sony, и всякие Fly. Блин, ну чего экономить-то? Сим-карты так вот не особо удобно вставляются. Но можно достать, вынуть. Более-менее сойдет. Почему-то здесь шуруп, отличающийся от этих. Разбирали, что ли, его? Фиг знает. Работает все нормально, хотя он и старый. Стоит он. Там треснул, что ли, тут уже. Стоит он около 1000 рублей сейчас. Так. Вполне нормальный телефон, который можно не бояться. Конечно, экран вот это вот сильно царапанный. Это надо было пленочку налепить. Это, конечно, очень страшненько выглядит. Я ругал часто Sony, но, блин, все-таки вот хорошо они делают, дают рут получить, рекавери, даже два тут ставится, нормальный микрофон, ну, в качестве телефона как использовать, если динамичек нормальный, камера, конечно, простенькая, но за 1000 рублей просто отлично, я бы сказал. Так. Выключил, что ли? Ну вот, довольно быстро включает. Секунд 15, по-моему, прошло. Android 4.0.4, шифрования нету. Это, конечно, не очень мне нравится. Интернет медленный, но, опять же, цена 1000 рублей. Поэтому можно использовать
Если чтобы не бояться, чтобы не трястись, потому что люди трясутся, либо потом бьются у них у Sony эти стекла, которые они не могут поменять, начинают продавать на Авито. Использовали бы такие звонилки, а для какой-то роскоши планшет, может быть, с большим экраном. Сюда можно поставить все программы, но часто они тут ставятся уже на старую версию Android или не ставятся, либо старые версии ставятся. Есть, конечно, в этом ограничения. Вот. Ну, на этом все. Спасибо за просмотр, ребята. Используйте телефоны, какие удобно. Все они одинаковые, дешевые, дорогие. Всем пока.